рыбу в Китае. Вот эта рыба для Франции. Она живет месяц. Нет, три месяца. Вот эта рыба для Голландии. Сейчас поет. Я не умею песню. Давай унесу что-то. Ой, извиняюсь. Так. На, о! Прибыла в Одессу, пана из Амура, пани полиорки шулера. Пана занималась темными делами, и за ней следили дубчика. Мурка, ты мой вареночек, Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Клинова, разлюбили мама. Ищу жалоба, а звали ее Мурка, а хитрая и смелая была. А даже злые мурки, и те боялись мурки, а воровскую жизнь она вела. Амурка, ты мой муреночек, Амурка, ты мой котеночек, эх, Амурка, Маруся Климова, прости, люби, Амауа. А вот прошли повалы, а начались облавы, а много стало наших проводовать. А как узнать скорее, а кто же стал шалавой, а чтобы за измену покарать? Раз пошли на дело, выпить захотелось, а мы зашли в шикарный ресторан. А там сидела Мурка, а в кожаной кружоке, а из-под слабой ставки наган. Мурка, ты мой муреночек, Амурка, ты мой котеночек, эх, Амурка, Маруся Климова, прости, люби, Амауа. А слушай, в чем же дело, а что ты не имела, разве ж я тебя не одевал? А кольца и браслеты, юбки и жакеты, разве ж я тебе не добывал? Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, моя Мурка, и прощай! А ты зашухарила, а всю нашу малину, и за это пулю получай. Мурка, ты мой муреночек, а Мурка, ты мой котеночек, эх, Мурка, Маруся Климова, прости, люби, а мама. Мурка, ты мой муреночек, ах, Амурка, ты мой котеночек, эх, Амурка, Маруся Климова, прости, люби, мау. А когда иду я в Балаган, то заряжаю свой наган. А в шумном балагане часто появлялся подлинный красавец Гришка сувенир. Женщинам лукаво Гришка улыбался, а норову не Гришка, а никудышный вор. Он бабам нравился за то, за что не то знает никто. В шумном балагане
ты был на всю тарасу пьяни цвета. Всем оно просто. В шумном балагане любят веселиться и пожрать отменно радостный народ. Древко Паганини, если разозлиться, он свою скрипкой на все с ума сведет. А если сунуть четверток, то он сыграет и не так. На день рождения к нашим знакомым, чтобы сначала я вам не снимала, как мы ехали, ну там и неинтересно. Мы на электричке ехали, вот мы здесь за городом. Смотрите, они живут на высоком этаже, и какие виды! Ну, может быть, не такие шикарные, конечно, я в том плане, нет леса, да, или что там еще у кого-то бывает, дома. Но все равно я в том плане, то, что высоко. У меня-то таких видов нет. Так что для меня и это вообще шикарно. Все зелено. У нас солнышко вот исчезло. Так было очень-очень жарко. Солнышко прям очень здорово грело. Ну, сейчас немножко посидим, домой поедем. Я буду. А как сыпная собачонка, ох, дела, а уведенная девчонка все ждала. Отгуляй, душа, отгуляй, душа, а до чего ж девчоночка хороша, что ты в городом рубашечка, ты самая, а ты прости меня, все, душа, глазная твоя, а что ты в городом рубашечка, ты самая, а ты прости меня, за все.
Валя, Валенька, целую тебя в воду поднимай. Рада, что ты поешь, как соловей. Сегодня ты от брата не сияй, а завтра много выйдешь на Бродвей. А потому что я пою как Токарев, это раньше пел, а потом я пела это. Ну ты так, нормально так поешь, так, хорошо. Балахутил Валька Троны, весь народ, ах, на родимую сторону, песня, у чужих увел девчонку, как коня, а на родимую сторону.
убирай все со стола, уносите. Вообще все. Что убрали? Закуска ваша. Закуску мы туда купили. Мы уже все убрали. Спасибо. 69? Да, и 62. Сейчас, Вера, пока все деньги с меня не вытянет, я мои выигранные. 25, дорогая. Нам когда-то было. По шуруди... Ты сегодня вообще мне не диктуешь. 18. По шуруди уже, я не знаю, ковыряю шуруди уже. 21, понимаешь? Ложки. Середина. 21. Середина. А сейчас как ты успел столько цифр набрать на одну и ту же штуку? А у меня вот квартира была. 21, я уже перехожу сюда. А 12? Здрасте, 12 было. Было. Все. Да. Лен, половину забирай и накидывай обратно. 45 не было. Чего не было? 45 не было? Нет, 45 не было. Не было 45. Химичит, а тут? 45 не было. Простительный имениннику. 45 не было, душа моя. Подожди, а нет, ты что сделал? Зачем ты сложил? Не было, значит, не было, все. А зачем ты сложил? Я на следующий ход пойду. Играйте. Так, вот эту музыку... Ну, значит, просто ошибся, ёпта. Ну, давайте доиграем. Я тоже думаю, смотрю, 45 у меня. Нет, так подождите, может быть, 45 не было, остальное-то было. Зачем ты снял? Понимаешь, квартира, они... Ну да, у тебя квартира. Давай, ладно, играйте себе. Ну, короче, что поднялось? Монетки вам на полу. Что это было? Да. Как кричит, так я кладу. Нормально я кричу. Так у всех не было, а у тебя одного только было. А у тебя почему-то было. Он простимает, что ли? Конечно. Так что, да, здесь все четко сказано. 11, ладно, давайте доиграем. Да, вот ты где жулик, все будешь зафиксировать. 11. И 56. 58, чуть прямо. 1,50. Да, не а по вертикали ничего не должно 24. Быть? 24. Нет. Я слишком. 72, 7 родился. Опять? Ну, опять? Все время рождается. 22. И 89. Там, видимо, блин, не сняла, а я свару выиграла, да, получается? Это свару называется? Проверили, ты зря скинул. В общем, я выиграла. Конечно. Карты собираем, сейчас поменяем. Давай, новые карты. Садись. Да, будешь ты орать. Какая нервная игра, капец. Кто может микрофон орать? Имени. Да. Давай. Нет, микрофон не надо. Я думаю, что... Без микрофона будет орать. А, меня без микрофона. Да. Иди подключишь. Я не буду включить. Так, а сколько? А погнали ее и сади. Ну, смотрите сами. Снимаю спокойную игру. Ты снимать решила? Ну, пока тихо, спокойно. 32. Пока никто не поймет. Ура! Да. Тебе надо было, когда деньги там дрались, что я лишнее пересыпала. Да я же не знала, ты в следующий раз предупреждай. Предупреждать, да? Да. Вон, какая разводка. Надеюсь, говорит, этого хватит. На 30 поставили, нет? Да, да. 30 поставили, да. Поставили, гуляем на всех. 5. Это меня контролирует, чтобы я это сам. А, кстати, да, компромат. С мешочка не подглядывал. 40. А мешочек просто другой. Непрозрачный. Да прозрачный. На другой просто. Ну, такой. 83. Да. Мы что-то забыли. Боже, какие 85. Да ужасные красотки. Какие-то все накачанные. Угу, перекачанные. 40. Ой, мамочки. Попробуй, попляши вот так, накачанный. Лодящаяся бабушка. 47 говорил, да? Да. 71.
71? Да. Угу. Могу не говорить. 72. Нет, надо. Надо. Редис? 65. 26. 26, да? Ну что, опять будет в квартире, будет сидеть полдня. У меня было 3 квартиры. 49. Я что, виноват? Что подглядывать нельзя. 68. Да, что будет, что будет. Подглянешь, пойдешь вот как Серега. По этапу. По этапу. 63. Зато кот счастливый, в обнимку трещит. Красавец. 77. 6. Чувствую, Полин сегодня со мной как бы. 80. 6, 6, 6. Нет, надо будет его там побить. 55. 55? Угу. Так не ставь, а не укатывается. 57. А у нас зато... Так смешно? И объявляют, какие они... Вот протестуют. Вкусненькие. Правительство плохое. А у нас бы протестовали, да только кто дает. Ну, вести в субботу. Посмотрим, что у нас в стране. Спасают кого-то в Красноярском крае. Это никель, соляру разлили. А, так это уже несколько дней такое. Да, 2 дня скрывали, сколько разливало. Не скрывали, они как будто как-то доложили. Это здесь 4 часа. В МЧС они не доложили. Там не сразу чухнулись. На земле почти невозможно. Хотя, по идее, даже сразу сначала скрыть, потому что может что-то заварить. Два должностных лица друг другу докладывали, а в МЧС не докладывали. МЧС улыбайся. Говорит, все, улыбайся. Когда нам вас снимает скрытая камера. Это было через 2 дня. Что ты? Правильно, правильно. Молодец. Кому ты доложил? Ну просто тут на месте прям лишний-то 5 минут. Кому ты доложил? В МЧС? Не, я вот Иван Ивановичу доложил. Ну, Иван Иванович, не МЧС. Что только ты Иван Ивановичу доложил? Подожди. Красота, закат красивый. Завтра может быть тепло, вроде как. Обещали, да, тепло. Ой, дождик прошел, как хорошо. Рябина как цветет. Собираемся домой. А где? Нас вот хорошо довезут до дома. Хоть в этой душной электричке не трястись. Не, красиво, хорошо на улице. Да, вообще классно, шикарно. А мне всегда везет, когда холодно, рабочий день у меня, когда жара, я дома. Это значит, полно заказов, я даже встать не могу. Сейчас я их засниму. Пока-пока. Пока. Не знаю, не видят меня, нет. Все, друзья, мы дома. Мы приехали. Посидели хорошо. Пообщались хоть с этим карантином. Сейчас немножко на улице потусим. Здесь очень свежо. Очень хорошо.
В общем, у меня такое видео получится, я не знаю, нарезками все поснимала, попробую смонтировать и покажу. Немножко расскажу, мы ездили за город, ну, здесь ближайшее Подмосковье, к друзьям на день рождения. Вот. И другие друзья еще приехали тоже из Москвы, и вот они нас докинули, то есть в этих душных электричках нам не пришлось ехать. Попробую, короче, смонтировать и вам покажу. Так, пройдемся. Все, сейчас мы с Денисом немножко здесь прогуляемся и пойдем домой. Так что до встречи, всем пока-пока.